Каждый год во время остановки работы котельных Теплоэнерго проводит профилактические работы и плановый ремонт систем отопления. Создают задел прочности коммунальной инфраструктуры, чтобы зимой никаких угроз для жизнеобеспечения города не было. Трубы на этом участке в районе улицы Одесской планировали подлатать. Ревизия показала, надо менять. Мы дошли до этого места и увидели, когда получается, что вскрытие сделали, увидели, что вот этот участок, тоже порядка 50 метров, трубы, ну, так сказать, не совсем в надежном состоянии. И для того, чтобы пройти осенне-зимний период без происшествий, без отключения, самое главное зимой, что это отопление, да, мы решили все-таки заменить и этот участок. Пришлось дополнительно заказывать трубы и производить срочную замену. 76 домов отключили от горячего водоснабжения. Это уже второе отключение за лето. Всего с начала года заменили 8 километров труб теплотрассы. Александр Столяренко работает в Теплоэнерго уже четверть века и отлично знает все особенности бендерских теплосетей. Их протяженность 350 километров. По оценке экспертов, больше 70% сетей признаны ветхими, что, естественно, увеличивает риск возникновения порывов, особенно во время холодов. У нас 65 километров только магистральных сетей. И для того, чтобы обеспечить надежность, мы должны где-то 10% в год менять. Вот. Но кроме этого, есть еще и внутриквартальные сети, которые тоже, так сказать, уже порядком изношены. Но поддерживаем их работоспособность путем обслуживания, путем ремонтов, если надо, даже в зимний период. Окончание ремонта магистральной теплотрассы было намечено на 28 августа. Горячее водоснабжение домов будет восстановлено. Все ремонтные работы на теплотрассах должны быть полностью завершены к 1 октября.